13-летняя школьница из подмосковных Химок установила новый мировой рекорд. Марьяна Наумова выжила штангу весом в 90 килограммов и стала первой спортсменкой до 18 лет, которая выполнила этот норматив. Рекорд был установлен в Лас-Вегасе. Девочка попала на обложку журнала Powerlifting USA, и штангистка уже прилетела из Америки. Наша съемочная группа первой побывала в гостях у спортсменки. Да. Я очень много смеюсь на уроках. Много смеешься, но да. Это же здорово. Ну, в школе не очень. Да, поведение, как и у всех нормальных школьников, иногда не на отлично. Зато успеваемость у Марьяны неплохая. В дневнике в основном четверки и пятерки. Физкультуру вообще ставят автоматом. Иногда из-за соревнований приходится пропускать школу, но учителя относятся с пониманием. Чемпионка мира по жиму штанги лежа старается успевать все. Все думают, что у меня нет времени, я такая занятая. Так, я хожу с друзьями в кино, просто гуляю, мы часто видимся. Как ты умудряешься это совмещать с тренировками? Ведь наверняка у тебя жизнь по расписанию, нет? На самом деле нет. В выходные я люблю поспать, потом поесть, потом вечером у меня тренировка. Вот. А в будни я утром иду в школу, потом делаю уроки, а потом вечером у меня тренировка. Многочисленные награды и грамоты занимают всю стену в комнате Марьяны. Теперь коллекция пополнилась новыми медалями. Девушка вернулась из Лас-Вегаса, где установила очередной мировой рекорд, выжив штангу весом 90 килограммов. Самый же любимый приз – золотой перстень элиты России. Соревнования я его делаю. Так, я грубости. Потому что не у каждого есть такое кольцо, а только вот у элиты. В повседневной же жизни девушка любит носить платья и бижутерию. Я ношу всякие браслеты, подвесочки. Это мальчик мне подарил. А есть молодой человек? Нет. Почему? Ну, они сейчас в таком возрасте какие-то странные. Ну, все такие маленькие, худенькие. Мне такие не нравятся. Марьяна признается, раньше и мальчики-то ее не особо любили, оскорбляли, не понимая ее пристрастия к такому виду спорта. Но девушка всегда старалась объяснить, что ничего ужасного в штанге нет. Развиваются грудные мышцы, руки. Сейчас я просто готовлюсь на чемпионаты, поэтому выросла в объемах. Вот, когда я отдыхаю, мышцы все-таки сдуваются. Пока Марьяна рассказывала об особенностях своего занятия, смешивала для меня протеиновый коктейль на пробу. Такой спортсменка пьет, если не успевает есть полноценно. Слушайте, правда, как шоколадное молоко. Может быть, заняться пауэрлифтингом? В основном в рационе Марьяны овощи, курица или индейка, молочные продукты, а главное, никаких сладостей и мучного. Пиццу и суши позволяет себе только по праздникам. Я у нее вижу очень трудолюбивое и ответственное отношение, и даже у меня такого нет. То есть, и если я прихожу в зал и могу, например, от самочувствия, от настроения в данный момент что-то изменить, или то она выполняет всю программу очень, очень прям подходит к этому не по-детски. Очередная планка – 100 килограммов. Установить этот рекорд Марьяна надеется уже через год. Пока же готовится к соревнованиям на Кубок России, которые пройдут в декабре. И с радостью общается в социальных сетях с теми, кто также хочет заниматься спортом. Полина Негара, Виктор Морозов, Андрей Тарасов, Москва, 24.